Всем здоровенный приветос! Сегодня воскресенье, а значит пришло время новостей из мира IT-индустрии. Пойтюбили! Привет! В Японии изобрели смартфон, который можно мыть с мылом. Японская компания разработала совершенно новый смартфон под названием Digno Refri. Особенность этого смартфона в том, что его можно мылить мылом. Компания отмечает, что специально разработанный для этого сенсорный дисплей гаджета функционирует без проблем даже в мокром состоянии. Начало продаж смартфона стартует в Японии 11 декабря. Телефон мыть с мылом. К бабке не ходи, через полгода ты идешь по прилавку, чтобы купить себе зубную пасту, и там мыло для вашего смартфона LG, мыло для Samsung. Ты подходишь, консультант, я вам не советую брать, вы знаете, оно не настолько нежное, как для айфона. Я вам предлагаю также в подарок взять мыльницу для него, вот эту пенку для бритья телефона. Тут еще такие вот халатики для него, такие, ну, сами понимаете, выходит холодно. И начнется бум. Джереми Кларксон представил курьерский дрон от, как вы думаете, кого? От Amazon. Все мы знаем, кто такой Джереми Кларксон, и все мы знаем, что такое Amazon, и все мы помним слухи, которые ходили каждый день, что Amazon хочет внедрить беспилотного курьера. Так вот, как оказалось, это уже не слухи, это уже реальность. В новом ролике Prime Air Джереми рассказывает об особенностях конструкции летательного аппарата и его возможностях. Новый беспилотник умеет вертикально взлетать и приземляться, способен развивать скорость 90 км в час, подниматься на высоту 120 метров, вмещать груз весом до 2 кг, а также доставлять посылки в пределах 24 км. Отличительная характеристика в том, что беспилотник. Пилот. Отличительная характеристика в том, что беспилотник оборудован специальной системой, которая распознает все, что приближается к нему на километре и может уворачиваться как Нео. Электронная ищейка Track Air найдет ваши потерянные вещи. Давайте на чистоту. Сколько раз в жизни было такого, что мы теряли носки, мобильный телефон, ключи от квартиры, ключи от машины? И главное, мы в этом не виноваты. Виноват домовой. Так вот, нашлись люди, которые готовы разоблачить этого домового. Устройство представляет собой компактный блок, который устанавливают в розетку и непосредственно в Bluetooth-трекер, который надевают на предмет. С помощью Wi-Fi, Bluetooth либо GPS модуль отслеживает местонахождение вещей. Это могут быть не только предметы, помеченные Bluetooth-меткой, но и смартфоны, планшеты и прочая электроника с адаптером беспроводных интерфейсов. А вся информация отображается в мобильном приложении пользователя либо Android, либо iOS. Но есть небольшие минусы. Радиус действия этой штуковины не настолько большой, как хотелось бы. Поэтому, если вы потеряли дома, найти еще можно. Если потеряли на улице, то... Здравствуйте, меня зовут Игорь. Несколько дней назад я потерял пульт от телевизора. Последний раз я его видел на кухне. Пожалуйста, кто владеет хоть какой-нибудь информацией, позвоните по номеру. Samsung выпускает самый первый в мире браузер для виртуальной реальности. Согласитесь. Не соглашайтесь. Все мы знаем, что такое шлем виртуальной реальности и как он работает. Он не настолько популярный, потому что специальных приложений для него не создают. Крутых специальных приложений. Мало. Да, спасибо, Дана. Мало. Несколько дней назад вышел первый браузер, способный отображать контент в виртуальной реальности. Браузер Internet for VR создали специалисты южнокорейской компании Samsung. В новом браузере есть функция голосового ввода, специальная виртуальная клавиатура и режим под названием Gaze Mode, который позволяет выбрать меню, просто удерживая на нем взгляд. Крутое приложение. Крутой браузер. Супер. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг вместе со своей супругой отдают 99% своих акций на благотворительность. В общей сложности это где-то 95 плюс 45, это 45 миллиардов долларов на благотворительность. Молодцы. Чё? Вероятнее всего, что в скором времени в Нидерландах появится самый первый в мире аттракцион, который будет расположен на ветровых станциях. По проекту ветрогенераторы станут основой для уникальных аттракционов. В проекте уже есть макет самой высокой в мире спиральной водной горки, обвивающей башню ветрогенератора. Кроме того, любители пощекотать нервы смогут прокатиться на лопастях ветряка с невероятной скоростью или испытать себя в башне свободного падения «Кошмар Ньютона», опустившись с высоты 95 метров всего за 1,5 секунды. Из популярной игры Minecraft теперь можно будет позвонить. Американская компания Verizon ради забавы создали смартфон для ПК-версии Minecraft. Далее они создали предмет в игре, подключили его к сети и построили сотовую вышку в самой игре. Это получилось очень круто и очень интересно. Теперь в игре можно не только звонить, но даже просматривать веб-страницы и общаться по вебке. Сидеть ВКонтакте, пока ты играешь в Minecraft. Школьники никогда не выйдут на улицу, никогда. Конечно, во время трансляции в игре, когда вы позвоните, ваша картинка будет немного пиксельная. Странно. Игра ведь хорошего качества. Недоработано. Машка, привет, покажи сиськи, я их никогда не видел. Они что, квадратные?
На днях все узнали об игровом процессе новой игрушки Total War Warhammer. Не, может такие, как Total War Warhammer, 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 Warhammer. Как следует из названия, новая часть серии выполнена по мотивам популярной вселенной игры Warhammer Fantasy Battles. Игрокам предстоит выбрать сторону зеленокожие, гномы, графы вампиров или империя и отправиться покорять мир. Геймплей за каждую из четырех игровых рас будет кардинально отличаться. Дата выпуска игры запланирована на 28 апреля следующего года, и примечательно то, что игра изначально будет переведена на русский язык. Это были все новости на сегодня, поэтому фирменная финалочка. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о нас родителям, звоните, пишите письма. До свидос. Юный падаван мастером джедаем может стать, прикоснувшись к подписке лишь. Ставь лайки, юный мой дорогой. Я чувствую силу в тебе. Я спрашиваю, где... Да, если бы этим острием в нос, он бы и застрял бы.